Время героев. Обычно ты кажешься прошлым. Главные битвы приходят из книг и кино. Сегодня имена настоящих героев рядом с нами. И это не вымысел и красивые истории. Это суровая реальность. Алексей Бехтер окончил Дубковскую школу «Дружба». После срочной военной службы по контракту пошел защищать родину. Погиб во время проведения спецоперации на Украине. Честный и добрый, целеустремленный и открытый. Именно таким запомнили его учителя и близкие. Лично знал его по волонтерскому движению. Это отличный парень. Это спортсмен, хороший друг, товарищ. Я благодарю, Любовь Алексеевна, вас за такого прекрасного, замечательного сына. Ничто не может восполнить такую потерю для матери и родных. Единственное, что нам остается, хранить светлую память о нем. Теперь в его родной Дубковской школе будет стоять парта героя, символ настоящего мужества и подвига. На этом ярком примере, как человеке Алексея, или как вот эта парта, да, будут сидеть лучшие ученики. Будет каждый день будет повторяться его имя, будет вспоминаться тот подвиг, который он совершил. Алексей посмертно награжден орденом мужества и медалью Войскового казачьего общества Героя Советского Союза Дмитрия Лавриенко. Гордитесь своим сыном. Он не убежал никуда, он пошел защищать свою родину. Он и здесь защищал в мирное время. Постоянно сдавал кровь для больных и раненых. Постоянно приходил на помощь ко всем. Это в свои 20 лет, это уникальный доброты человек. Депутаты фракции «Единая Россия» оказывают регулярную помощь семьям мобилизованных. В центре поддержки принимают родственников, консультируют, но главное – помогают морально пережить сложный этап. Наша главная задача вот каждый день реагировать на запросы этих семей, этих военнослужащих, значит, для того, чтобы им помочь, вот от чистого сердца. Мы, конечно, воспринимаем это как свою первую обязанность. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».